Я рад вас всех приветствовать, дорогие друзья, на моем канале, и это продолжение моего проекта «Путь рангов». И вчера на стриме мы закончили на персонаже Пайпер, которого апнули на 14 ранг. У меня осталось еще два персонажа, это Пенни и Биа. Пенни у нас на 15 ранг, а Биа у нас на 16 ранг. Для новичков объясню, что это за проект. Этот проект, где я должен пройти 30 рангов. Почему именно 30? Ну, потому что я выше не апался. Ну, 31 апал, но 31 как-то некрасиво, да, не звучит. Я вот недавно пушил 30 тысяч кубков, и вот 30 рангов, как-то вот это 30, да, число как-то прикольно, красиво. Вот, я обозначил себе 30 персонажей, 30 рангов. Но я не выбираю, какого персонажа на какой ранг я буду апать. Какой персонаж по счету мне выпадет, на такой ранг я его апаю. Вот мне Пайпер выпало 14 по счету. На 14 ранг я ее апаю. Выпадет мне 30 персонаж Мортис, буду его апать. Выпадет мне персонаж 30 легендарный, его и буду. В общем, все зависит от рандома. Поэтому я сегодня продолжу, конечно же, развивать этот, апать этот проект. Приходите сегодня на стрим, сегодня будет ровно половина. Может быть, даже сегодня еще один видос будет по этому проекту, когда апну 15 ранг. Но сейчас я хочу купить магазин. В магазине продается 3 мега ящика. Не так много, на первый взгляд, но там в любом случае что-то будет. Ребятки, вот прямо сейчас я вас прошу, вам не сложно, реально, вот угомонись, прежде чем вот ты сразу там, не буду это делать. Сделай это, потому что это очень влияет на результат, вот правда. Просто поставь лайк и подпишись на канал. Все, если ты сделаешь эти два действия, просто увидишь результат. Ну, чуть дальше. Короче, я сейчас задоначу. Гемасиков мне, прикиньте, 43, чуть-чуть не хватит. И, блин, жаль, что гемы не падают с этого, с мегаящиков. Короче, что я хочу выбить? Ну, хотя бы, может, Джеки, там, Рикошета. Ну, потому что сверхредких надо выбивать. Потому что, хотя, на самом деле, я бы не сказал, что эпические супер проще сверхредких. Если Джеки выпадет мне на 30 ранг, легко. Я ее уже апал. Вот, а вот Фрэнка ни разу, допустим. Короче, посмотрим, что нам сегодня выпадет. Плюс я еще открою внизу ленту по-любому для вас. У меня Гейл ждет. Напишите в комментариях, на какой ранг вы хотели, чтобы я открыл Гейла. На 30 ранг не пишите, потому что я его уже апал. Сомневаюсь, что вам это интересно. У меня на основном канале есть про это видос, поэтому идите посмотрите. Я не то чтобы его специально оттягиваю, чтобы считерить. Да просто я не знаю, когда его забрать. Мне сейчас как бы он не нужен. Есть запасные персонажи. Как не будет запасных персонажей, я его заберу отсюда. В общем, напишите. Значит, у меня получается Пайпер 14 ранг, Пенни 15, Биа 16. Итак, кто же нам выпадет на 17 ранг? Сейчас мы это выясним. Я пошел донатить. Пук, и уже покупка завершена. Итак, 30 гемасиков, это все хорошо. Итак, дорогой мой друг, поставь лайк и просто подпишись на канал, чтобы 17-й боец мне 100% выпал. Вот правда, вот ну сделай, ты знаешь, что это работает. Мы после обновы это тестили, мне выпала легендарка. По-моему, даже не одна. Поэтому проверяй. Итак, поехали, 6 предметов. Ну вот понимаете, вот ты подписался, а вот кто-то другой, да, сосед твой или, не знаю, кто-то другой не подписался. Ладно. Ну поехали, ладно. Следующий, блин, 5 предметов, окей. Нам не хватает немного на новый сундук, сколько, посмотрим. Ну докинем 30 гемасов и остальное откроем. Ну, 17-й боец будет 100%, и это не Гейл. Кстати, уже через один день будет Страж Рика. Я, конечно же, его разыграю, кому интересно, подписывайтесь, да. Блин, вот не знаю, как сделать так, чтобы все поставили лайк и подписались. Ну как? Ну там 100% что-то выпадет. Ну как это сделать? Пожалуйста, подпишись, поставь лайк. Я очень на это рассчитываю. Давай, 6 предметов. Плиз, дай мне нового 17-го бойца. Прошу. Эть! Во-ху-ху! Боже, как же приятно, когда это все срабатывает. Просто. Давай. Теперь. О, это не тот случай. Хотел сказать. Теперь проверьте те, кто еще не подписаны, чтобы выпало Лего. Но вы не представляете, сейчас я против того, чтобы падало Лего. Ну, то есть вы понимаете почему, да? Если сейчас выпадет Лего 17, я всего лишь на 17 ранке я Лего подниму, и все, и больше играть я на ней не могу. А я хочу на Леге так поиграть долго. Ладно, давайте смотреть, что у нас там.
Так, ну что ж, 17-й боец, мне кажется, будет Джеки. Посмотрим, какой я Ванга. Смотрите, хоп! А также я вангую, что если ты подпишешься, тебе выпадет Лего. Действуй! Я угадал, кстати, это уже второй видос, я угадываю, какой персонаж мне выпадет. Так, ну что ж, круто. Значит, записываем. У меня тут блокнотик, ранги. 17-й ранг у нас Джеки. Джеки, готово. Ну что, персонажи у нас есть, которых надо апать, поэтому пока сундуки открывать не будем. Значит, следующий у нас персонаж, сейчас я чекну, чтобы точно. Пенни на 15-й ранг. Я ее немножко прокачаю, потому что мне так... Ох, как сильно я ее прокачал. Озеро мертвецов. Я даже не знаю, где поиграть, на какой карте. Геймграбе попробовать сыграть. Давайте попробуем в геймграбе, все-таки Пенни как мидер. Ну, я, правда, не прокачан, попробуем. Короче, приходите ко мне вечером на трансляцию. Я буду апать всех этих персонажей на свои ранги. Уже 17 рангов, ребята. Я навыбивал, но еще, конечно же... конечно же, не, ну, на свой ранг я их не апнул. Боже, как мне надоели эти кусты, вот эти бирюзовые или какой-то цвет. Согласитесь, дизайн уже, ну, поднадоел вот этот хэллоуинский. Вот эти розовые, которые были такие приятненькие, сакура вообще классная, няшная. Неужели нельзя разрабатывать постоянно какие-то новые стили, цвета и прочее? Ну, это же круто, это же классно. Ну да ладно. Так вот, как бы пройдено еще не пол проекта. Я думаю, что следующий видос я запишу, когда я апну 15 ранг. Апну 15 ранг. И тогда уже будет пол проекта пройдено. Ну, может, не запишу, не знаю, сегодня видос надо, не надо. Ну, там, кого, Пенни надо на 15 ранг поднять. И это ровно пол проекта, ребята, уже позади. Вот. Дальше. Дальше будет еще интереснее, потому что я не могу знать, какой персонаж мне выпадет там следующим, какой после следующего выпадет, какой 30-м выпадет. И вот это мне больше всего подогревает интерес. Не просто, что какого-то персона 30-й ранг, а вот именно какой перс именно, ну точнее, не то, что я буду апать 30-й ранг, а то, кого я буду апать на 30-й ранг. Вот это мне нравится и интересно дождаться этого момента. Вот давайте попробуем сыграть Вангу. Вот просто чисто, ну, попробуем угадать и предположить, какой персонаж мне дропнется. Ну, давайте так. Мне кажется, что 100% сверхредкие и эпики нам выпадут до 30 ранга. А вот с мификами и легами будет 50 на 50. Может остаться кто угодно. У меня вот просто сразу, что так кажется, Тара, допустим, останется. Тару я еще не апал на 30 ранг. Допустим, из мификов Тара. Джина, я думаю, ну, не знаю, Джин вообще мидер, очень много от него зависит. Не знаю, не хотелось бы, конечно, ответственного персонажа. Мистера Пи Макса я очень не хочу апать, но если выпадет, то придется. Из легендарок. Из легендарок очень легко поднять Сэнди будет. Леона и Ворона 50 на 50. Сложновато будет. Спайка, не знаю, Спайк, в принципе, мне нравится. Вот. Короче, вот такие дела, ребят. Попробуйте вы угадать. Я пошел в следующий бой. Напишите в комментах, как вы думаете. Вот, даже не так. Допустим, напишите, как вы думаете, какой выпадет. И напишите, кого бы вы хотели. Кого вам было бы интересно, чтобы я поднимал на 30 ранг. Ну вот понаблюдать, смогу я его поднять или нет. Какой персонаж? Но я думаю, вы поняли, да, что на пути к славе я персонажей уже не собираю. По той причине, чтобы мне, у меня ровно на аккаунте было 30 персонажей. Вот, их-то можно выбить ровно 30, да. И собирать на пути к славе персов. Но я же хочу еще после того, когда выбью всех персов, открывать сундуки для прокачки. Соответственно, чтобы новые мне не падали, я на пути к славе не собираю определенное количество персов, чтобы ровно 30-ка была, и я прокачал аккаунт на фул. А еще я говорил, не говорил, да, точно, точно об этом видосе говорил, что разыграю этот аккаунт в конце проекта, то есть подарю кому-то из вас. Поэтому тоже подарю своим подписчикам, кто будет подписан, заберет абсолютно бесплатно. Так,
Что происходит? Бык не может убить Джесси впритык. Джесси не может убить быка, потому что она не стреляет. Ух уж эти ноль кубков. Не попадаю. Да и на самом деле не особо напрягаюсь на таких кубках, потому что камон. В общем, приходите, ребята, скоро выбьем персонажа. Осталось 3 персонажа, и все, и до 20 ранга мы всех уже выбили. То есть это 500 кубков. После 500 кубков уже будет, чуть-чуть поинтереснее. Тем более, опять же, я не спешу прокачивать персонажа. Как вы видите, играю первым, вторым уровнем. И думаю, что до 500 вообще это для меня будет не проблема. Вот, ну а дальше, дальше время покажет. В общем, пока что пройдено 14 рангов. Пенни, я, если вы хотите, запишу следующий ролик на 15 ранг. Вот, ну а Биа и Джеки у нас будут на стрим. Вот, короче, такие дела, ребят. Движемся, ну не к финалу, а пока что к половине, как о второй половине этого проекта. Честно, очень интересно, ну вот мне лично. Напишите в комментариях, как вам этот проект. Возможно, кто не приходит на стримы, не видит, как он прокачивается. Но апые кубки, ребята, на прямой трансляции. Вот, ну потому что, во-первых, сейчас мелкие кубки, на видосах записывать не особо интересно. А на стриме, окей, смотрите, приходите. А вот на высоких я уже, конечно же, буду вам все показывать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ждите, сегодня еще один будет выпуск, наверное, с основного аккаунта. Кто со стрима, тот помнит, какой ролик. Ну вот, ну а так, жду всех вечером на стриме. Всем пока, удачи, и пускай вам падают леги. Здоровья вам, чао.